Я отвечу. Позвольте мне. Во-первых, блестящего настроения вам. И Дарья Завгороднюю вам в «Спутнице жизни». Я хочу вам сказать, никто в шоу-бизнесе никогда не платил, не платит и не будет платить налогов в том объеме, которым предполагает закон. Я сейчас говорю это в преддверии выборов мэра, уже после прошедших выборов президента. Я знаком со всеми этими артистами. Никогда из них никто не платит налогов. И знайте это наперед и раздайте эту весточку своим соседям. Поэтому, когда Ваганович, дал же Бог отчество, у Сванидзе Карлович, у этого Ваганович, как-то просто напрашивающиеся на набоковские ассоциации эротические, я уверяю вас, не то, что не платили, я впервые узнал, будучи дружен со Степаненко, что у них 448 латифундий, 525 дач, 608, и эти люди еще спорят. Вот в этом случае я даже недоумеваю. Ну, разойдитесь вы по-людски уже. Разойдитесь вы по-людски. Скажите спасибо друг другу за прожитые годы. Я не понимаю этого. Я не понимаю многого. Я, например, не понимаю человека по имени Баста. Но он думает, что он певец. Но я не понимаю ничего. Я впервые узнал, что столько квартир. Вы думаете, они платят налоги? Нет. Они никогда не будут этого делать. Поэтому Елену Степаненко оставим в покое, а Петросяна в тюрьму. Так.